Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня новинки. Новинки посылки. Первая посылка с цветочком мне пришла от Светланы. Канал Светлана Зеленый Атлас. Я ее смотрю периодически с самого вот начала, с самого начала ведения канала. Ну, у меня есть много блогеров цветочных, которых я смотрю вот с самого начала, как я только начала на Ютубе там смотреть. И вот у этой Светланы часто в видюшках был цветочек в обзорах. Вот с виду, казалось бы, ну, обычный куст, да, обычного растения. Но мне так нравилось, что он растет быстро, огромным, и у него листья большие. Вот сам по себе посмотрите, цветочек какой маленький. Тут всего-то, грубо говоря, 5, 10, 15 сантиметров, да, 15-20 сантиметров. А лист уже, посмотрите, какой огромный. Он тут вот в посылке подмялся. Я гляжу сейчас вот здесь, вот где сгибы были, подсохли. Я хочу срезать. Ну и вот, я все время у Светланы восторгалась этим цветочком. То, что огромный, большой. И, насколько я помню, если я правильно помню, что он у нее такой, к неприхотливым относится. Он у нее стоит вдалеке от окна, там в тенечке, и все равно растет. Вот это прям жалко обрезать, но все равно порвался листик, он все равно как-то подбаливать, наверное, будет, будет некрасиво, обрежу. Просто помялся в посылке листик, и он здесь как бы перегнулся, подломался. Ничего страшного, новенькие отрастут. Все равно лучше пусть пол листа будет, чем это. Дырка черная, и кто ее знает, как эта дырка будет дальше влиять. Ну и вот, и я как-то все восторгалась этим цветочком и говорила Светланке, что я, говорю, тоже такое хочу. И она мне говорит, я тебе, говорит, отсажу, пришлю. И вот сижу, я тут дома сижу, делами своими занимаюсь. И смотрю, она мне пишет сообщение. Встречаю посылку. Я говорю, ура, ура. Листики хрупкие, несмотря на то, что они большие, но они хрупкие. Вот чуть что, если сломаешь, вот так подогнешь, они ломаются. Семейство крапивные. Но они и похожи, листики, на крапивку, видите? Как у крапивки листики. Травянистое растение. Но оно вот деревцем растет, стволиком. Я его пока держу на кухонном окне, на самом углу стола, возле окна. Пересаживать я его не стала. Оно сидит достаточно в таком вот объемном горшочке. Я думаю, для него достаточно. Как увижу, корешочки вот здесь будут лезть, тогда пересажу в горшочек побольше. Конечно, если растение быстро растет и любит занимать пространство, его нужно будет, наверное, почаще пересаживать. Но пока не буду. Я просто ему подсыпала сверху чуть-чуть земельки еще своей. Сидит себе растение, прекрасно себя чувствует, растет. Зачем я его буду трогать? Не буду трогать. Вот, это первый такой цветочек. Светлана, спасибо. Надеюсь, ей у меня тоже что-нибудь приглянется, чтобы я ей тоже могла отправить. А вторая посылка. Друзья, сегодня утро. 2 мая. Жду сейчас на сад ехать, а еще надо кучу дел переделать. Мысли одни, слова другие. Заговариваюсь, потому что
мысли там бегают, что нужно успеть. Помните, как Миронов пел? Времени нет, времени мало, а надо туда и туда бы не мешало. Надо, а времени нет. А ветер зовет куда-то в море. Не, парус зовет куда-то в море. Ветер зовет там еще куда-то. Ну, в общем, ветер зовет и звезды манят. Но некогда, 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 некогда мне. Так, следующая посылка. Следующая посылка от Светланки. Светланкины цветочки. Вот этот филодендрон она купила для меня специально. Я ей отправляла денежку. Там у них в каком-то магазине была ликвидация цветочков. Распродавали филодендроны. И я хотела купить много филодендронов всяких разных. Но потом эта женщина передумала. Хозяйка магазина и забрала все к себе. Но вот один цветок все-таки Светлана для меня купила. Я ей денежки отправляла, и цветочек ждал погоды, чтобы отправиться ко мне. Посмотрите, какой огромный куст. Вот я думаю, как бы, да? Вот так вот. Смотрите, какой огромный, да? И за это растение я отдала всего 700 рублей. Ну, то есть, понимаете масштабы, да? Обалденной красоты. Сейчас я его буду пересаживать. Спускаю пока его на пол. Сейчас его буду сажать в горшочек. Также я купила калладиум. Горшок калладиума я купила за 100 рублей. И там вот три луковицы. Большая, вот эта вот тоже средненькая. И вот такие еще малюшечки. Тоже какой-то вот такой вот еще малюсенький. Тоже сейчас буду их сажать. Вот. А еще мы со Светой сделали обмен. Цветочки на цветочки. И я стала обладательницей вот такого замечательного, замечательной. Нет. Да, замечательной колотеи. Уже в голове прокрутилось и кротон, и маранта. Калатея, друзья. Калатея. Я слова не забываю, а немножко путаю. Что-то я его забыла вскрыть. Ой, я так ждала эту посылку. Ну и все, вот со дня на день должна она была прийти. Я ж слежу за отслеживанием, все дела. Но настал день, когда она пришла, а я на саду была. Ну, думаю, вечером получу. Вечером получу. И вечером отправлю заодно, потому что Светлане тоже я на обмен должна была отправить цветочки. Ну и Светланка мне пишет, ты, говорит, посылку получила, она же тоже видит там в программе, что пришла посылка. Я ей пишу, ей нет еще, говорю, вечером. Ну и все, пораньше с сада уехала. Думаю, потому что до 7 почта. Но а лучше прийти не прям не к семье, а нужно прийти пораньше, потому что и получить, и отправить, мало ли там народ или какие-то нюансы. Вот. Ну все, пошла, получила.
После того, как получила посылку, мы поехали еще по делам. В магазин один мне там нужно было кое-что купить для сада, в магазин другой мне надо было цветы выкупить для сада. В общем, промотались туда-сюда, потом пока машину помыли, пока ее поставили, пока зашли в магазин купить мясо, потому что мы решили, что мы на Пасху мясо пожарим на даче. Пока приехали, тут мясо куда-то полез. Плюсик, не надо туда. Не надо туда, иди сюда. Вылезь отсюда. Любит лазить под мойку, а там трубы открытые, вот это вот пространство, где внутри там трубы, счетчики, а он любит туда залезать, потом вылезает весь непонятно какой. Да еще хорошо, если сразу вылезет, а то и застрянет. Вот, пока мяско купили, пока пришли тут помылись, пока переоделись, пока мяско замариновали, и я понимаю, что все, у меня сил нету, я безумно устала. И я уже собралась пойти спать. Все, говорю, пойду спать. А время было, я не помню, уже где-то 9-10 часов уже было время. Говорю, пойду спать. Ну и думаю, ладно, дай-ка я напоследок гляну в интернет сейчас загляну, посмотрю. Никто там ничего мне не написал, не прислал. Вдруг там кто-то чего-то. Потому что мне еще там одна женщина просила декор ей для сада. Ну, в смысле, не для сада декор, а помните, я там покупала салфетки, такие вот крючком обвязанные в льняные там к скатерти салфетки. Вот женщина одна просила меня тоже купить. И думаю, пойду сейчас почитаю сообщение, что там чего. И смотрю, Светланка мне пишет, как цветочки-то? И тут я понимаю, что я напрочь забыла про посылку. Мы ее принесли, там вот как пришли с сумками, в коридоре поставили, вот, с едой-то все разобрали, а остальное все осталось. Я вообще забыла, у меня вылетело из головы. Ой, я быстрее вскочила, побежала эту посылку вскрывать, смотреть. Ну, сразу фотографии Светке отправила, говорю, все нормально, все хорошо. Вот такая колотейка у меня теперь есть. Тоже сейчас буду ее пересаживать, потому что хочу в нормальный горшочек и в свой грунт. Дальше. Что еще? Кротон я поменяла со Светой на филодендрон Бурлимакс. Ой, нет, вру, Санрайз. Сиам Санрайз варигатный. Дальше, срезы я ей отправила клеродендрума Просперу, который цвел у меня тогда белыми цветами. Она мне вот черенки прислала угундийского клеродендрума. Но вот пока они стоят, ничего, никаких корешков не дают. Подержу их еще, пусть стоят. Если еще чуть-чуть постоят, не дадут ничего, тогда я это в землю воткну. И еще она мне два листика листады прислала уже с корнями. Сейчас тоже буду сажать. А я ей срезала кень бегонию. Такая темная у меня, почти черная. Темно-темно-зеленая, почти черная. Ну, в общем, мы с ней друг друга порадовали. Подглядели друг у друга, кому что нужно. Листаду отдать, вернее, сказать по-честному, листаду она мне уже один раз присылала. Мы с ней тоже как-то менялись, и листаду у меня была. Ну, я же какая торопыга. Я из стаканчика решила посадить в горшочек, хоть и маленький милипизерный этот горшочек, но, видно, для листады был большеват. И когда... Вот, друзья, не нужно ждать, да, потом-потом, а вдруг оклемается. Вот если вы видите, что с цветочком что-то не то, лучше сразу вытащить, посмотреть корни, проанализировать, либо большой горшок, либо заливаете, либо там
какая-то бяка его ест, но надо сразу. У меня же он начал чахнуть, я думаю, ладно, подожду, может быть, оклемается, может, я его перелила, сейчас чуть-чуть подсушу. В итоге, пока я ждала, что сейчас, потом, спасать было уже нечего. Вот эти два сейчас по разным местам посажу, в разные горшочки, потому что, ну, сама себе не доверяю. Я сейчас буду сажать, а вы, друзья, не переключайтесь, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я все пересадила. Итак, в два горшочка посадила я каладиумы. В одном у меня одна большая луковица, в другом вот две, которые поменьше и маленькая. Никак не запомню, Светин цветок бомерия. Бомерию, как я уже сказала, я не пересаживаю. Подсыпала, оставила. Как только оно подрастет хорошенько, может быть, даже уже корешки внизу появятся, тогда я ее пересажу. Ну, в общем, по мере надобности, когда растение уже будет необходимо. Пока не вижу необходимости. Колотейка. Я, кстати, не помню ее название. Я, когда вот видела эту колотейку у других цветочниц, всегда думала, что я такую хочу. И я забыла спросить у Света, как она называется. Но это не страшно. Я подпишу. У меня все колотеи мои подписаны. Эту я тоже опознаю, подпишу. Даже можно не искать. Светланка также мне подскажет. Вот такая красотка у меня теперь есть. Красота. Так. И две листады. Я их посадила вот в такие, в маленькие горшочки. Там есть дренажное отверстие, но это чьи-то горшочки. Я не делаю, вы сами знаете. И поставила еще вот так в большой. Ну, чтобы сюда вот влага лишняя спускалась, и я видела, что они могут пить. Ну, посмотрим, как будут. Кстати, вот у Ирины Бондаревой есть тоже такой цветочный блогер. Многие уже знают Иринку. Она рассказывает о цветах и цветах в интерьере. У нее такие классные там огромные экземпляры цветов. Мне нравится, как она все это оформляет красиво. Как она сама говорит, из палок, из подручных средств делает всякие прибамбасики. Так вот, у нее вот эта листада растет в широком кашпо, без дренажных отверстий. Она ее еще тоже так обрамила соломкой. Красиво так смотрится. И она у нее прям растет целой поляной. Я всегда восторгаюсь прям ее этой листадой, какая она у нее огромная, как растет хорошо. Ирина, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. В добрый час сказать, в худой промолчать. Надеюсь, у меня-то получится в этот раз. Ручки-криворучки. Ну и, конечно же, я его посадила в горшочек такого же размера. Просто вот сделала вот так. Вот, в такой вот коричневый горшок. И в каком он был, просто вот так вот поставила. Он как-то вот повыше. А тут у меня и горшочек страшненький, и он такой низенький, а так он вроде повыше смотрится.
Но пока будет так расти, а когда уже возникнет нужда его пересадить в больший горшок, ему нужно будет купить красивый большой горшочек. А так вот смотрите, да, весь он вроде в экран входит, да, вот крайний лист и вот он. Ну, вы видите размер листика? Размер листиков вы видите? Ку-ку. Вот, вот моя ладошка. И вот сколько еще. Красавец. Друзья, на этом у меня все. Я говорю вам до свидания. Мне надо сейчас быстренько пробежаться, полить те цветочки, которым уже необходимо. Все поливать не буду, просто не успею. Что успею, обязательно полью и буду собираться на сад. Там меня тоже ждет работа. Ну, сегодня я не очень буду работать. Вчера я... мы с мужем вчера план себе, который поставили, сделали. Ну, друзья, это будет совсем другая история. Ждите вестей с полей. Счастья вам, здоровья, хороших праздников, хороших выходных, хорошей погоды, отличного настроения. С вами была я, Любовь, и мой садик цветов. Всем огромное спасибо за подарки, за посылки. Светланке спасибо за то, что купила мне и сохранила, и заботилась о моих цветочках. Всем счастья!